Даже охрана не знала, кто именно едет в этом таинственном поезде. 6 июля 1941 года СССР проводит операцию по возвращению советских граждан, которых война застала в Германии. На бумаге не хватает 99 имен. Правда ли, что обмен стал прикрытием другой спецоперации в Берлине? Нужно было передать деньги и новые инструкции. И на самом ли деле обмен был под угрозой из-за того, что сын Сталина оказался в плену? Якобы немцы специально тянули время, чтобы передать Сталину письмо сына и условия его освобождения. Не факт. В субботу в 11:55.